Добрый день! Сегодня мы приготовим вареники с творогом. Начнем с теста. Одно яйцо. Скорлупка не нужна. Половина чайной ложки соли. Стакан воды. Перемешиваем. Теперь сюда же высыпаем сразу 2 стакана муки. Добавляем еще стакан муки и вымешивать будем уже руками. За кадром вы можете слышать комментарии наших маленьких помощников, которые всегда рядом. Вымешиваем тесто руками. Получился достаточно упругий комок теста, но еще он не готов до конца, тесто не готово. Добавляем примерно 3-4 столовые ложки растительного масла. Еще пару ложек муки и вымешиваем тесто уже на столе. Если потребуется, муки добавляем еще. Но тесто не должно быть слишком густым. Должно быть таким, чтобы его можно было раскатывать скалкой. Тесто мы хорошо промяли, но оно все равно еще недостаточно однородное. Чтобы оно стало мягким и однородным, мы убираем его в мешочек. Минут на 20-30. Пока займемся начинкой. У нас здесь 350-400 граммов творога. Мы любим сладкие вареники, поэтому мы добавляем сахар. Если вы любите соленые, нужно добавить соль. Пара столовых ложек, даже можно, наверное, 2,5. Вот такое количество. И разминаем. Тесто полежало, стало эластичным, мягким и хорошим. Приступаем к приготовлению вареников. Отрезаем кусочек. Раскатываем тесто в колбаску. Нарезаем на небольшие кусочки. Эти кусочки окунаем в муку и делаем из них лепешечки. И раскатываем. В лепешки накладываем начинку. И залепляем хорошо. Можно сделать вареники фигурные. Так поступаем со всеми. Продолжаем так лепить все вареники. Когда вареники налеплены, ставим в кастрюле воду на огонь, доводим до кипения, немного подсаливаем и в хорошо кипящую воду складываем вареники.
Варятся вареники быстро, примерно 3-4 минуты. Как все всплывут, значит они готовы. Варенички наши готовы. Есть их вкусно со сметаной и маслом. Приятного аппетита!